Сегодня вы станете частью большой и дружной семьи Ленинского обособленного структурного подразделения профессионального колледжа «Московия». Еще вчера они были школьниками, а сегодня у этих ребят начинается другой этап в жизни. Новые лица вокруг, новые друзья. Им предстоит познать студенческий лексикон, пары, сессия, практика. Первый курс – время непростое. Чтобы учащимся было легче влиться в процесс, преподаватели профессионального колледжа «Московия» по традиции организовывают для них праздник – день посвящения в студенты. Хотелось бы пожелать терпения в их нелегком труде, потому что сегодня у них начинается долгий и трудный путь профессионального становления. То есть они уже выбрали свою профессию, и хотелось бы пожелать, чтобы они в ней состоялись и не ошиблись со своим выбором. Сегодня в Московии 7 направлений подготовки специалистов среднего звена. Колледж тесно сотрудничает с аэропортом Домодедово и готовит кадры для работы с авиацией. Во взаимодействии с первокурсниками преподаватели учебного заведения опираются на несколько основных принципов. В первую очередь помочь адаптироваться ребенку в профессиональной образовательной организации, потому что школа – это немного другое. Здесь уже взрослая жизнь, здесь цель у детей – получить профессию и, конечно же, вот помочь перебороть этот барьер, именно это направление выбирают наши преподаватели. Олег Коробов в колледж пошел, чтобы получить специальность «Сервис на транспорте». Это, кстати, самый популярный в Москве факультет. Молодого человека привлекает возможность быть в постоянном ритме аэропорта. Романтика, аэропорт, люди, самолеты, иностранцы и тому подобное. А видновчанка Ульяна Столярова решила посвятить себя кулинарии. Ее будущая специальность – повар-кондитер. Я иду только с позитивным настроем, с настроем на то, что я правда буду учиться. И от колледжа я жду правда многого, потому что учителя мне понравились и наш коллектив. Ребятам предстоит учиться 4 года, и атмосфера обещает быть более чем позитивной. В этом можно было убедиться на празднике посвящения в студенты. Почти в каждом учащемся творческие задатки, а это значит, что студенческая жизнь будет насыщена не только новыми знаниями, но и интересными мероприятиями. Юлия Погосян, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.